Привет, друзья! Сегодня хотели бы вам показать способ эффектного праздничного украшения с использованием самых простых цветов из воздушных шаров. Для изготовления одного цветка нам понадобится насос для воздушных шаров, 4 золотых 5-дюймовых шарика, 1 белый, золотая декоративная тесьма, ножницы. Изготовление цветка начнем с лепестков. Наполним воздухом золотой шарик, определим его размер, завяжем хвостик. Таким же образом наполним воздухом еще 3 шарика. Свяжем шарики по 2. И соединим двойки между собой, меняя соседние шарики местами. Лепестки готовы. Изготовим серединку цветка. Наполним воздухом белый 5-дюймовый шарик. Определим его размер. Завяжем хвостик. Серединка готова. Привяжем ее к лепесткам. Отрежем кусочек декоративной тесьмы и привяжем ее к цветку. Праздничный декор готов. Осталось только прикрепить его. Завяжем декоративную тесьму на узел. И срежем излишки. Отрежем еще один кусочек декоративной тесьмы. Прикрепим ее к цветку. И завьем кончики тесьмы ножницами. Ну вот и все. Декоративный элемент полностью готов. Легко и просто. Сделай сам. Пишите мне, дорогие друзья. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы. С уважением, Ромашка-клоун.